Приветствую всех на канале ZBrush Blender и уже 3D код для начинающих. Вывеску еще не переделал, но возможно даже не придется. Очень долгое время я не мог выложить ни ссылки на свой канал. Видно, канал проверялся. Вот здесь изменения в условия использования YouTube вступят 10 декабря. Видно, шерстили мой именно канал, проверяли. Было полностью блокировано. Я многим, с кем общаюсь, об этом говорил, была печалька. И вот еще сегодня у меня заблокировали два ролика. Сейчас я вам их покажу. Так, первое, у меня заблокирован ZBrush 4R7. Есть такая программа Marmoset. Предупреждение от 29 октября 2019 года. Ну, там, да, там была выложена ссылка именно на программу. Моя вина. Признаю, все нормально. Сегодня у меня вот такое предупреждение. Уведомление от 12 ноября 2019 года. ZBrush, как активировать программу, принципы сообщества нарушены. И ZBrush 4R7, где скачать программу. Очень много таких роликов раньше было и сейчас в интернете. Не знаю, у кого такая же ситуация, пожалуйста, напишите мне на канал. Словом, в ZBrush как активировать программу, ничего такого, я просто показываю, как 4R7 2008 и 2019, по-моему, проги ZBrush, именно ввести код. Ссылок никаких не было, но проехали. Подать апелляцию я не могу, там, короче, нажимаешь и ничего дальнейших действий не предусмотрено. Так, ZBrush 4R7, где скачать программу, также ссылок на программу не было. Все они были мной удалены еще при первом моем предупреждении где-то в апреле. Если кто-то помнит, я был тоже под такой ситуацией. И вот, в принципе, вот по этим двум роликам я не пойму, в чем претензия. Если по первому ролику признаю, да, виноват, ZBrush, как активировать программу, вообще непонятно, а ZBrush 4R7, где скачать программу, тоже непонятно. Ладно, проехали, так я к чему? Новые правила, не знаю, как отразятся у многих на каналах, там вступили изменения, очень строго все, там нарушения, не дай боже, что-то ты там, возможно, покажешь в своем ролике. Чисто ролик должен состоять, я так понял, из того, что ты сам снял, не ссылок. Так что в дальнейшем ссылок, если канал выживет, я давать не буду. Только пишите мне, допустим, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Ссылки где-то под роликами еще присутствуют. Ролики можете скачивать, можете выкладывать, все, что ролики у меня на канале, вы можете использовать на своих каналах. Выкладывайте, претензий от меня никаких не будет. Жалко, если канал заблокируют, и вся моя работа, вот это все, что я собирал, находил, именно для вас пропадет. Так, этот вопрос тоже проехали. Следом, есть у меня еще один канал. Буду, наверное, туда закидывать очень нужные ролики, лично которые я считаю для меня и для тех, кому, возможно, интересно, как, где, что работать. Ссылку, если получится, я не знаю, я ссылки не мог выкладывать где-то 2 недели. Так что ссылку, не знаю, получится, нет, я могу вам выслать именно, опять же, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Ну, а там как карта ляжет. Если вы зайдете и канала не обнаружите, ну, тогда, извините, пропала душа поэта. Все, всем пока, до свидания.